Друзья, всем привет! Меня все так же зовут Алёша, и вы находитесь на моем канале. Сейчас я уже собрала чемодан, и мы отправляемся в следующий город. Тура — это Питер. В общем, на самом деле, меня уже ждут внизу, поэтому давайте собираться. В общем, уже время 5 часов 46 минут. На самом деле, я приехала немного пораньше. Было приехать к 6, я приехала к 5:30, потому что в прошлый раз я опоздала и решила, что лучше приезжать пораньше. В общем, еще приехала Оля, и она пошла за кофе. Мы ждем всех остальных и будем выдвигаться уже. Так романтично. Мы сели в Сапсан. Мы Мы прибыли на вокзал. Питер, на самом деле, как-то так быстро я вижу. У Стаса день рождения, и все его поздравили шариками. И мы в Питере! Ты что, толкаешь чемодан? Просто много. Ой, это все вы. Как мы живем. Да, все, да, да. Все понятно. Здесь человек. Прекрасно. Давайте. Блокировки. Откройте двери. Что происходит? Чат, 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 чат. Я не знаю, мой любитель. Вы видите это? Почему спят? Короче, сейчас мы идем в номер. Кстати, мы живем с Олей и с Дуняшей. Ого, у нас там правда большой номер. Вау! Наверное, там тоже что-то должно. Вау! Боже мой, как круто! Покажите кровати просто. Серьезно. В общем, мы сейчас будем заселяться, раскладывать наши чемоданы. Потом у нас будет прогулка по Питеру. Что там происходит? Дуня забыла чемодан просто. Ариночка, удали, пожалуйста, удали. Удали. Так, давайте садимся. Когда сказали, что сейчас принесут салат Цезарь, но не несут. Взяли ТикТок. Ох, небушек, это небушек. По-моему, это не нам. Так, так, так. Когда тебе не принесли еду? 4:00, чек-ин, девочкам номер. Раз, два. Так, подождите, девочки, нужно включить свет. Включаем. В общем, да, все разуваемся. Я даже не буду перебивать. Классно? Ну, будете к нам приходить. Слушай, это вторая ванна. Да. Очень классно. В общем, мы пришли с обеда, сейчас пойдем гулять и наслаждаться Питером, или снять несколько тиктоков. Я не знаю, чем девочки там занимаются. Чем же вы там занимаетесь, девочки? Спасибо большое. Чаепилки 2:00. В общем, сейчас мы с Бекс на Невском, а может быть. В общем, я не шарю в Питере. А еще, наверное, ветер, и вам очень сильно дует. Как говорила мне мама, первый раз.
так всегда страшно. Так вот здесь такая же ситуация. Гидом. Взяли пышки. Тоже будем пышки. Ты меня знаешь, между двумя. Ой, ты просто можешь ехать со мной. Оба настроения. Сейчас я пришла после нашего, я не знаю, как сказать, тусича, прогулки. Я уже пришла в номер, гуляли очень много просто. Мне кажется, везде, где можно было поесть, мы ели просто какие-то булочки, какие-то... Я вообще сегодня приела 100%. Мне кажется, так делать больше не нужно. Сейчас, наверное, буду собираться на завтрашний день. Честно, так болит живот, я не знаю. А это наш прекрасный вид из окна. Никуда в отелях не была с таким прекрасным видом, с которым мы сегодня, наверное, будем фотографироваться. Там немножко 18 плюс контент. Я, по-моему, приустала. Полный балдеж. Так это и все же. Что я тебе даю? Спокойной ночи. В общем, мы с Дуняшей ложимся спать. У нас, знаешь, по традиции так... В общем, сейчас спокойной ночи. Завтра концерт, завтра снова увидимся. Так что... В общем, всем доброе утро. Который час? Дуня меня разбудила. Проснулись мы в 7:43, просто чтобы пофоткаться, понимаете? Здесь был офигенный рассвет. На завтрак... Что? Завтрак, я надеюсь, вы меня не испугались, потому что это как бы возможно. Я бы испугалась. Это уже рубрика в моих влогах. Девочки пришли к нам в номер. На самом деле мы сделали уже просто миллион фотографий. Сейчас будем собираться на концерт, собственно. Начинаем краситься, нам сказали сделать не с них. В общем, мы уже собрались, все девочки уже вышли, собираем просто самые последние вещи и уже выходим. Прощаемся с нашим замечательным видом, сдаем чемоданы, сдаем номера. Забыла надеть линзы, поэтому я буду это делать уже на площадке, потому что я ничего не вижу. Мы приехали на площадку, сейчас пойдем в гримерку и будем раскладывать уже все чемоданы. Да. Мы сегодня будем выступать. В общем, мы прошли чек. Что тут есть? Вот там карбонара, это шашлык овощной. Кушайте. Кушайте, мы хорошие. В общем, мы уже находимся на площадке, все отчекали. И скоро будем уже одеваться. Выше вот так вот? Да, вот так вот. Приехали в нашу квартиру с девочками, потому что после концерта мы решили, что мы хотим остаться в Питере еще на один день. В общем, мы заказали... А может, один шарик заказать? Да. Боже, быстрее! Медведь! В общем, доброе утро. Мы...
расстались с девочками. Попросила Алёшу побыстрее одеваться, потому что я голодная, как медведь. Все верно. Выезжаем из этой квартиры. Мы сейчас должны пойти покушать, но перед этим нам нужно сдать чемоданы, потому что с ними по Питеру гулять очень сложно. Мы сдали все чемоданы. Вот Оле вот немножечко не нравится манго, она возмущена. В общем, мы приехали в торговый центр. Называется галерея. Мне кажется, это лучший торговый центр в Питере. В общем, мы только что покушали, сейчас поедем в кино. Я не знаю, девочки захотели в кино, и оно началось уже в 45 минут, а это значит, что минуту назад, и, скорее всего, мы немного опоздаем. Мы уже приехали на вокзал, и началась посадка, так что скоро мы будем выдвигаться на наш поезд в Москву. Чем посмотрели самый интересный, мне кажется, фильм моей жизни, назывался «Джентльмены». Пойдемте, девчонки. Крюшки. Крюшки, что же делаете? Ничего, действительно. Все сильно рады. Я отвечаю за 2 года сегодня. Вижу, ты счастлива. It's corona time. Аня, распаковка бокса по расписанию. Как вы думаете, что это такое? А это у нас... Please, don't hang up your cell phone. Don't give up on me.